Да-да, Барбас, я помню о твоей настойчивости и твоей просьбе. Так что мы прогуляемся. Точнее, я прогуляюсь. А ты подождешь. Итак, выбрался я из черного предела. Сдал корни Нирна, получил бонус к алхимии и по такому поводу докачал ее. Берем перк на бонус к здоровью, бонус к стамине, плюс 100, плюс 100. Бесполезный перк на резист к ядам и болезням. И финальный перк алхимии, улучшающий зелья, убирающий у них негативные эффекты, если таковые имеются. И перк ум алхимика, добавляющий 100 к здоровью, снижающий монокосты всех заклинаний, по-моему, ускоряющий еще регенерацию магии. И разгоняющий энчанты на шмотках. И дополнительно улучшающий зелье. В общем, что только не делает этот перк. Например, броня гильдии воров. Получила дополнительно плюс 3 единицы к переносимому весу. Дополнительный резист 4% к ядам. Очень нужный, конечно же. Сопротивление магии плюс 1%. Ну, то есть на 4%, судя по всему, улучшаются энчанты на шмотках. Раньше таким же эффектом обладал перк в магии изменения, метамагическое усиление, но был пофикшен. Так. И со всем этим добром, плюс кольцо Муири, ожерелье несравненной алхимии, обруч великой алхимии, перчатки алхимика, что мы недавно нашли, сварил такие зелья, защита от заклинаний, 72% на 315 секунд. Без перкового алхимика здесь было бы 300 секунд. Это из соли пустоты такие делаются. Зелье невидимости. Все тот же крылья мотылька, яйца коруса. Сопротивление ядам. Как бы, но по сути это иммун к ядам. Резист, почти полный иммун к молниям. Резист к огню и холоду. В общем, защита от всего делается из лишней грязи краба, снежных ягод и чертополоха. Такие яды порчи варятся из ядовитой слюны. А такие яды порчи варятся из сердца Дейдра. Так, перекусим слегка. И квест Хермеуса на Огму Инфиниум выполнил, нашел кровь. Пришлось немного путешествовать по всяким данжам, фортам в поисках бандитов с нужной кровью. В общем, книжку тратим на здоровье. Получаем плюс 200 к хп и 7 перков сверху. Итого, с перком алхимии и огмой получаем 435 здоровья. Ну, плюс мантия архимага. И 14 свободных перков. В принципе, при случае можно уже попробовать поторговать лицом. Мага в средней руке, в принципе, думаю, можно будет выдержать. Ну, по крайней мере, там 2-3 попадания. Возможно, даже фаербол в лицо получится выдержать. Посмотрим. Как-нибудь нужно будет проверить. 14 перков. Можно, в принципе, докачать алхимию и там что-то по мелочи добрать. В стрельбе там, типа, финальный перк. Здесь снижение монокоста в легкой броне. Можно вкачать энчант, например. В общем, тут еще можно подумать, на что потратиться. Так, и что? Пожалуй, на этом все. Барбаса оставляем здесь и сами пойдем. Здрасте. Кстати, если представится возможность, то посмотрим, насколько вампиры дамажат. Если вдруг они успеют, конечно, понять, что происходит. Я думаю, что какой-нибудь эбонитовый вампир меня точно ваншотнет своей молнией. Тут гадалки не ходи, как говорится. А вот такие вампиры средней руки. Им еще, я думаю, придется постараться.
ну да. Два доджа подряд. Тут кто-то есть? Не течет ли в тебе кровь Талмарца, а, орк? Только они так мастерски уклоняются. Не видя даже стрелка. Слушай, как ты неудобно стоишь, а? Мне кажется, она... Ага. Я уже думал, она что-то знает, так и будет стоять. Но нет, ничего ты не знаешь, вампир. Забираем. Камень тоже возьмем. Хотя изумруд, в общем-то, бесполезен. Должно быть больно. Броня несравненного колдовства. Мне кажется, после того, как я достал бы эту стрелу, с ее головой должно было случиться бы что-то очень ужасное. Но Скорим же добрая игра. Мы этого ничего не увидим. Итак, все самое интересное здесь. Пашка-паук и его малыши. Немного ядовитой слюны. Вот здесь лежат два черных камня душ. Правда, только один из них пустой. Что немного жаль, конечно, но мне хватит. Собственно, можно уходить. Но раз уж пришли, давайте проверим, нет ли здесь абонитового вампира. Удачный. Который поделится с нами абонитовыми слитками. А то что-то заканчиваются. Забавно там сидит, конечно. Скучает явно. Блин. Эбонитова не подвезли. Очень жаль. Я тебя найду. Я очень на него рассчитывал. Он хоть и не эбонитовый, но какой-то очень крепкий. Тебе не спрятаться от меня. Слишком крепкий. Даже не ощутил. Придется подождать. Иначе при следующем выстреле меня спалят сразу. Отойдем и подумаем о вечном. Так, у меня есть
Пустой черный камень душ. С этим добром мы сейчас направимся в White Run. И немного займемся кузнечкой. После чего отправимся по основному квесту Стражи Рассвета. Все, расходимся. Она сказала, я забуду. И обычно я не помню, но иногда вспоминаются их лица. Страх мольбы. Не смотри на меня, ты меня смущаешь. Тебе. Что-то я не влезаю. Зачем ты ее воскресил? Я ее так красиво убивал. А ты ее взял и поднял. Не подходи. Неловкий момент. Как известно, если столкнуться лицом к лицу с врагом, то он обнаружит, насколько бы хорошо не был прокачан навык скрытности. Итак, ты воскресила ее, ты воскресил ее. Значит, нужно убить вот эту тетку, а потом тебя. Тогда все умрут. Такой у нас план победы. Когда смертные соберут армию, кланы перв... Надо же! Еда сама пришла. Понял, что стрелами тебя не достать. Успела таки молнию запилить, но не попала. Что, кстати, немного жаль. Проверили бы, насколько бы зашло. Оставлю тебе стеклянный топор на память. Квест с Барбасом я выполню потом и за кадром. Он довольно унылый. Очень много нужно слушать этого принца. Может, и вовсе выполнять не стану. Истинной скрытности. Нет, спасибо. Уходим отсюда. Здесь будет быстрее. Да, очень жаль, что не завезли, конечно, эбонитового вампира, но что поделать. Скоро одного точно завезут. Сейчас опять какие-нибудь мерзкие волки не дадут мне никуда уехать, да? Ненавижу, блин, волков. Правда, еще вопрос, волки ли это?
Чего там только не водится в этих лесах. Да кому ты нужен? Что? Один на тебя напал? Дикий. Все, я с ним разобрался. Подвести. Теперь поехали. Ну, куда е... Залезай в повозку и отчаливай. Ну что еще? Я надеюсь, ты не без меня уехал. Да нет, вроде все нормально. Котики. Каджит, погляди. Не проезжай мимо котиков. Скупаем у них сахар. А то дома чай заваривать не с чем. Лидия все жалуется. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. За лошадью присмотри. Будь любезен. Так. Нужно зайти домой сначала. Мне потребуется ну, 10, 9, 9 точно хватит. Бонитовых слитков. И одной сердец Дедра, что у меня завалялись. Кажись, все. Ах, нет, не все. Еще нам потребуется. Все остальные слитки. Все серебряные слитки. Блин, не нарубил дров. Вот же ж фейл. А, зачем это мне все? Точно, я же уже все сделал. Думал, придется еще... Болты крафтить. Они у меня уже есть. Забираем. И лук нам не потребуется. Скинем его. Он очень много весит. И бритву тоже. Наверняка что-то забыл еще. Сейчас посмотрим. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара. И внутри еще побольше. Урон. Ну да. Еще не время. И да, я вспомнил, что я забыл. Кольцо.
ожерелье. Это, по-моему, все, что у меня есть. На кузнечку. Хотя нет, не все. Есть еще. Или нет? Нет зелья на кузнечку. Не запасы что-то. Все, ждем. Вот это чудовище, которое весит больше, чем вся моя экипировка вместе взятая, наверное, раза в три. А надо ядрические болты. Не хватает черных камней души. Я без них обойдусь. Они разве что на драконов нужны. Учим. Сначала одеть все на кузнечку. Обычно этого не показываю всего, но когда-то нужно, наверное, сделать это. Немного крафта. Чуть-чуть разнообразие. По сути, по урону они практически равноценны. Что арбалет, что лук. Ну вот. Сразу в глаза бросается недостаток арбалета, да? Четверть экрана просто, как не бывало. И болты летят теперь совсем не так круто, как раньше. Практически как лук стреляет по такой же наклонной. Вот растяпа. Ведь раньше было вот по прямой просто. Чуть ли не до горизонта летели. И это было очень хорошо. Но чуть лучше пробивает броню. Возможно, чуть быстрее стреляет. Он, кстати, как-то подозрительно быстро стреляет. Учитывая то, что я не брал перк на перезарядку арбалета. По-моему, ничего не изменилось. Возможно, что-то там сломано. Да ладно. И второй минус арбалета. Шум при движении 11, скорость движения 101. 101 и 11. Снимаем. Куйская Уай. Да и... Стоит 13. Стало еще больше. Все убрать. Видимо, не пересчиталось. Вот. 105,3. То есть у меня сжирает 4% скорости движения. И... 8 или сколько там? 11 было. И 8% шума добавляет. Тем, что висит за спиной. Второй минус. Ну и третий минус — это то, что нет диэдрических разрывных болтов. Но мы все равно с ним побегаем. Говорят, будто темное братство вернулось. И оно сильнее, чем когда-либо. Еда сама приходит ко мне. Эй.
Что спасет отца? Русской демократии. Я выпью тебя дождь, смертный. Слушайте, как-то слабенько, да? Ведь она сейчас проснется. Я выпью тебя дождь, смертный. Кажется, сейчас мы узнаем, насколько я смогу втанковать. Или не узнаем. Умрешь быстро. Почему ты так быстро просыпаешься, а? Твоя кровь зовет. Блин, да, арбалет. Подождите, на что я повесил? А, на два. Иду. Знаменитый ночной респаун близ вампирских логов. От меня бесполезно прятаться. Да ладно. Да еще повезло, что... Не ебанитовый наспавнился. А два таких средненьких, которые пытались откачать у меня здоровье. Но оно не откачивается благодаря мантии архимага. Еще жив. Что, обычно он уже мертв здесь. Дозорный Толан. Раз вижу, чтобы он был неплохой зелье. Чтобы он был жив и еще сражался, когда я сюда захожу. Надо иллюзию докачать. А то как-то совсем плохо с вампирами работает. Подождите, дозорный Толан? Дозорный Толан. Что? Что-то сломалось. В Скайриме. Где там твоя копия? Похоже вообще? Удивительные вещи порой происходят. Сколько не играю, все удивляюсь. Пора бы уже, наверное, перестать.
как-то два раза заспавнился. Скелеты-то здесь непростые, как известно. Особенно вон тот. С колдунствами. Решаться будем, будем. Еще один воскрес. Знаете, но стрелять все-таки удобнее с арбалета. Не надо кнопку держать зарядки. Хоть в этом плюс. Вампиры против драугров. Драугрвин. Это даже хорошо. Ведь на его мозг намного проще воздействовать, чем на вампира. Пробиваются они очень плохо, даже с арбалета, с серебряными болтами. Был бы ты поменьше арбалета. Почему ты такой большой? Так, что, у кого-то закончились банки с инвизом? Надо бы до сотки докачать, пожалуй. Морозная аура и задамажила. Как я вообще мимо них прошел? Не заметил. Ну вот, началось. Это пустяк. Блин, опять не эбонитовый. Опять эбонитового не завезли.
еще раз проверим. В этот раз намного лучше пробивается. В пещере Хеймра как-то совсем там хп у него не убыли, когда я по нему попал. 3 ядовитых слюны. Так, похилимся и... пойдем уже наконец на Эбонитового. Я не скажу тебе ни слова, вампир. Моя клятва Стендару сильнее. Это точно было разумно, Локел. Он мог бы нам что-нибудь рассказать. Мы никуда сами он не доберемся. Он ничего не знал. Он выполнил свое предназначение, когда привел нас сюда. А теперь наше дело принести Харкону добычу. И как я мог промахнуться? Дело. Покажу тебе, как дерется настоящий орк. Вот так. Дерется настоящий орк. Так, забираем булаву, перчатки и лук и шлем. Все, что можно разобрать. На слитки. Что, куда-то не туда толкнул? Все нормально. Блин, в упор уже не вижу. Здрасте. А где? Ожидала кого-то, кто... А разве с... недолюб... Ну вот что, я могу помочь тебе узнать. Моя си... Кстати, меня зовут Сирана. Приятно. Твои догадки ничем не хуже моих. Здесь все так изменилось с тех пор, как я была тут в последний раз. Отвезти Сирану домой. Не туда. Порадуйте, мадам. Что? Гаргулий? Нормально входит. В целом. Кольцо бы еще на стрельбу. Конечно, кому нужны поднятые гаргульи? Скелет же ОП. Кажется, это правильная дорога. Я бы...
Где свои, где чужие. Это явно чужой. Сирана. Что все так любите? С кем бы я ни ходил, все постоянно выходят на линию стрельбы. А ему пофигу. Лежите, лежите. Не особо ощущает. Сирана. Вот ты подставная. Блин, она мне не даст мою комбу провести. Будешь знать. Если б ты его не будила, все бы закончилось намного раньше. Не люблю напарников. Смотри в оба. А ты еще откуда? Кто там? Что? Будем воскресать, нет? А ты еще откуда? Крепкий. Спасибо. Как хорошо снова дышать. Потрясающая погода. Считаешь? Ну, куда нам там будет ближе? Ну, Донстар. Не люблю Донстар. Опять словим баг с весом. Как обычно. Морфал. Вайтран. Пока все нормально. Или фиг с ним. Рискнем. Все-таки много времени сэкономим. Сирана, разберись там с ними. Я в тебя верю.
Блин, там... Гадость какая-то в небе летает. Прямо у Донстара. Там заряд яда остался. Как раз ведем по такому случаю. Возможно, стоит проверить уже свои страшные колдунства в деле. Что там за дракон еще? Вопрос. Походу электрик. Так, ладно. Единственный минус нашего резиста ко всему, это всего 60 секунд время действия. Что, конечно, мало. Для начала потестим арбалет. Я думаю, не ваншотнет. По крайней мере, пока резисты висят еще к стихиям. Притормози же, друг. Да, так мы будем долго ковырять. Гармонию кину изучать. Остались стаки. Еще есть. А уже нет. Такая веселая штука. Лодочник абсолютно невозмутим. Тут драконы каждую ночь летают. Спали. Что за хрень? Ага, понимаю. Он там, похоже, дотикает. Оу, шит. Слушайте, я без резистов-то как-то... Как-то вроде как бы и больно. На простом сопротивлении магии. Эй! Слушай, этот шарик его добьет меня сейчас.
Привет. Хочешь нанять, куда плывем? Это там, где развалины замка? Я тебя довезу, докуда получится. Залезай, отплываем. В общем, нужно зелье. Редиса к стихиям еще. По-любому. На того же Алдуина. Так, Сирана, я знаю, что ты можешь здесь не заспавниться. А одному идти как-то... Давайте-ка вернемся. Лисичка. Блин. Ну ладно, я думаю, прибежит. Все ж таки. Она прочь отсюда. Открой эту решетку и повтори еще раз. Женщина, ну ты где? Ну блин. А, все идет. Так вот, пока мы не вошли, я просто... Я знаю. Теперь, когда мы внутри, давай не поднимать шума. Я пойду вперед. Леди Сирана вернулась! Открывайте ворота! Да как ты смеешь входить сюда? Постой. Сирана. Ты вправду ты? Глазам своим не верю. Да и почему мне не дают достать арбалет? Что за несправедливость? Мой лорд, друзья, Сирана вернулась. Похоже на... Верить не могу. Я вам мешаю. Моя давно пропавшая дочь. Господа вампиры. Вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких... Это первое, о чем ты спрашиваешь? Скума на халяву, друзья. Свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Как-то не находите подозрительно много серебра. Твоя предательница мать была. В логове вампиров. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение. Мне кажется, это немного странным. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Спаситель. Это мой спаситель, которому я обязана свободу. Из всего этого серебра я сделаю серебряные болты и вернусь сюда. Мою благодарность. Скажи мне, как твое имя? Яхарк, моя дочь уже сказала тебе, не про сотни лет мы же именно если я предлагаю тебе мою, тогда ты, может быть, ты нуждаешься в убеждении? Я нуждаюсь в серебре. Узри мою силу! Мне кажется, это будет очень... Вот, а теперь делай свой выбор, да будет так. Погоди, погоди, погоди. Наша добыча. Как и все смертные. Я тебя изгоняю. Я
тебя уничтожу твоим же серебром. О, смотрите-ка. Странные вещи, друзья, происходят на севере. Странные. В этой версии Реквиема. Что же будет следующий? Доброе утро. Ну, куда едем? Давай до Донстара. А было-то у меня 515. Блин, там, похоже, пострадал и текущий вес, и общий вес. Ладно, у нас тут одно маленькое дело осталось. Подвезти. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай. Починю после серии. Так. Нет. Все правильно ведь ехал. Возможно, стоило дождаться утра. Возможно. То здесь оборотни по ночам бегают. Иногда. В этот раз рыбачить не будем, потому что ловить уже некого. Все уже поймано. Мне очень нужна была чешуя. И икра. Да ладно, и так сойдет. По-моему, у Мил... Как его звали? Милурил? У него должен быть черный камень душ. По-моему. Может и нет. Это мы скоро у него спросим. Ты что-нибудь слышишь? О, краш-тест прошел. В
вполне удачно, по-моему. Где ты? Сосуля не убивает. Кого-то потерял? Точно нигде нет. Беспощадное убийство скелета. Очередное убийство взглядом. Задоджил. Взгляд смерти. Еще раз задоджил. Задоджила. Не всегда получается взглядом убить. Маленький. Черный давай. Чем не ваши маленькие? Блин, она оказалась быстрее. А, я-то уж думал, там какой-нибудь оборотень призрачный. Тут всего лишь с... всего лишь призрачный воин. Поймай меня, если сможешь. И кого из них убивать? Кто воскрешенный, а кто... А кто еще живой? Уж эти некроманты. Думаю, что она живая. По-моему, я ошибся. Три сосульки. Вот ты где. Поиграем в перестрелку. За укрытием сидит. Что-то знает явно. Голову предать нужно. Так за укрытием прячется. Так, соль соберем.
Так себе, но сойдет. Последняя умерла до того, как ее удалось заполучить. Мы не можем просто забрать еще одну жизнь, а? Болт попал в стену. Конечно же, в стену. Только осколки. Все не то, некроманты. Все не то. Успел призвать. За секунду до попадания болта в спину успел призвать. Поднять точнее. О, смотрите. Это целых 480 диэдрических болтов. Там, по-моему, по 240 делается за раз. Хотя, на самом деле, смысла особого в дедрических болтах все-таки нет. То есть, имеет смысл убивать вроде как бы драконов, но драконов больше убивает яд, чем непосредственно болты. На всех остальных лучше серебро. Но мы, пожалуй, все равно сделаем хотя бы 240. И еще 240 разрывных диэдрических стрел. Наверное. Несравненного блокирования. Очень нужно. Что, осталось только до Винтерхолда добраться. Идем обратно тем же путем. Что там? А, лоси, я уж думал, что за плавающий драман какой-то. Это был всего лишь лось. Давай, шевелись, тенегриф. Время, время. Так уже задержались. Сприган маман. Давайте проверим ее на прочность.
каком-то очень странном направлении улетел болт. Надо заметить. Сейчас я тут допроверяюсь. Ну, могло быть и хуже, скажем так. С 4 болтов серебряных. Дерущиеся пауканы. Надо бы помочь. Немного охоты перед завершением. 6 ядовитой слюны пойдет. Подвести. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай. Заходи, заходи. У нас теплая еда, теплое питье и теплые постели. Возможно, это значит, нужно отсечь звезду. Дай мне немного времени, чтобы исследовать звезду. Я разберусь, что делать. Столько трещин и надломов. Это настораживает. Очевидно, покинув коллегию, Мейлин стал еще безрассуднее. Невероятно. Он умудрился заточить собственную душу внутри звезды, но она... Чтобы мне с ним такое гадкое сделать. Рушается. Ей нужно все больше душ, чтобы поддерживать свое существование. Звезда поддерживает душу Мэй. Им, если бы мы смогли, я мог бы пленить... Я понимаю, что тебе нужно время для подготовки. Секундочку, буквально. Давай так, так. Дай знать, когда соберешься. На все твои... Ладно, стой неподвижно. Может быть больно. Давай только быстрее. Пробуем закончиться сразу. Во-первых, мне понадобится завладеть твоей душой. А теперь вдохни поглубже. Но Мэрина сделали крепким, насколько я помню. Подожди. Так теперь это мое царство. Я слишком многим пожертвовал, чтобы кому-то не стоило сюда приходить. Очень крепкий молодой человек. Нужно было ядом из сердца Дедра жарить. Так, тут главная опасность в том, чтобы не столкнуться лицом к лицу с невидимкой. Иначе все закончится быстро. Печально. Может, он дотикает?
Как думаете, друзья? Хитушки-то конча... А-а-а! Вот, слушайте, рядом с ним стоит. Где ты? Он только что спалил своего невидимого друга. Он не хочет умирать. Так просто. Хилится, живет. Думаю, сбежал. Нет, только не так. Заклинания Мейлена разрушены. Держись. Я вытащу оттуда твою душу. Крепись. Это, конечно, хорошо. Но я бы хотел напоследок вытащить из него все, все полезности. Дело сделано. Черный, забери ее себе. А я хочу оставить эту главу своей жизни в прошлом. Мои поздравления. Тебе удалось изменить судьбу факта и выжить. Еще яд остался, наверное. Отравил казан. Слушай, трактирщик, вот ничего больше в нем не вари. Так. По итогу у нас... аж 3 черных камня души. Можно делать целую... сколько там? 240. 720 деодрических стрел или болтов. В общем, есть где развернуться. Вполне вероятно, что дальше пойдем на Алдуина. Чего уж там оттягивать. Ну а там Каэрн, как обычно. И Совенгард. Финал близко, друзья. Финал близко. А на этом все. До новых встреч.